В актовом зале администрации Хасавюрта состоялась встреча министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Набиуллы Карачаева, первого заместителя главы администрации Кургули Кургулиева и руководителей региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами с директорами рынков, расположенных на территории города. Карачаев в своем выступлении отметил, что с нового года практически во всей республике сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов будут обеспечивать региональные операторы. Значит, регооператоры привезут сюда новые машины до конца января. 25 числа декабря они обещали сюда привезти новые баки. Я как министр обещал им, что здесь будет стоять завод по сортировке мусора. Я, как министр, обещал им, что здесь будет стоять завод по переработке мусора, как только они скажут, какой завод нужен. Значит, все эти расходы по сбору, транспортировке там, и так далее, это ложится на тариф. Тариф на физическое лицо, тариф на юридическое лицо. В ходе встречи первый заместитель главы администрации Кургули Кургулиев в своем обращении акцентировал внимание на том, что на сегодняшний день для процветания и развития города немаловажным составляющим является санитарная очистка, а для этого необходимо наладить работу в плане сбора и уборки бытовых отходов. Со своей стороны, обращаясь к директорам торговых предприятий и организаций, Рустам Козырев отметил, что для продвижения и положительного результата важно, чтобы работа строилась в первую очередь на доверии и взаимной поддержки. Естественно, мы будем оговаривать с вами, когда удобно будет вам для того, чтобы мы приехали и вывезли этот мусор. Естественно, это все будет прописываться в договорах. Я думаю, взаимопонимание должно быть между нами большое, для того, чтобы мы наладили вот это все. То, что касается тех людей, которые занимаются сбором картона, пластика, там, того мусора, который можно использовать как вторсырье, естественно, этих людей мы тоже не хотим мешать этой работы. Все мы понимаем, что человек не от больших денег туда пришел заниматься этим. Поэтому мы максимально хотим сохранить тех, кто есть на сегодняшнем рынке на Хасавюрте и в других районах, в которых мы будем работать. Но заниматься этим они не могут. Потому что этот вид деятельности лицензируемый. Насколько я знаю, лицензии у предприятий здесь не имеется. Поэтому те люди, которые этим занимаются, либо мы обговорим какие-то условия обоюдного согласия, чтобы им было выгодно и нам было выгодно работать с ними. По итогам встречи присутствующим была предоставлена возможность задать интересующие вопросы министру природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, также руководителям региональных операторов и получить исчерпывающие ответы. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».